это еще раз, лишний раз подтверждает, что у нас никакое не технократическое правительство, а правительство, которое работает в ручном режиме. Пульт находится у Игоря Дадона. И вот товарищ Кику, который долго нам рассказывал, что он технократ, значит, лишний раз подтвердил вот этот тезис. Премьер-технократ говорит, и вот мы приватизируем, и таким образом, и слава богу, с КПМ избавляемся еще от одной монополии. То есть технократический премьер считает, что борьба с монополиями — это вот это, то, что он предлагает. Борьба с монополиями известна. Это создание условий для конкуренции, для равных условий для игроков на рынке и так далее, и так далее. Приватизация не является таким инструментом.